Всем здарова, чуваки! С вами Джел, и сегодня со мной Флейзен. Мы играем в GTA Bitterlands с новогодней рубрикой «Битва эвакуатора». Всем здорова! И сегодня на вот этих двух обалденных эвакуаторах мы должны с Пашей найти и угнать по три машины на каждого, в которых сегодня сразимся за первое место в трех жестких испытаниях. Поэтому чем круче найдем тачку, тем больше шансов сегодня у нас победить. Ну а сегодня нам помогут наши помощники, эвакуаторщики, ребят. Так что посмотрим, кто круче найдет машины в этом огромном заснеженном городе. Ну а я, ребят, желаю вам приятного просмотра. Конечно же, пожелаю вам приятного аппетита, если вы кушаете. Поддержите лайкосиком такую крутую рубрику с нашими помощниками. Ну а также, ребят, не забывайте нажимать красную кнопку подписаться, такого же цвета, как и моя кофта. Если вы нажмете красную кнопку, она станет серой, и вы не пропустите новые видосы, которые выходят каждый день. Ну а мы с Пашей погнали угонять и искать крутые тачки. Ребят, давайте начинать уже нашу рубрику. Садимся сейчас по нашим эвакуаторам. И, кстати, забыл сказать, на поиски и воровство тачек нам дается ровно 8 минут. Надеюсь, помощники будут контролировать этот. У меня помощник Джеральд, а у тебя кто? Флэрэль. Все, ладно, готов, Паш? 8 минут. Раз, два, три, погнали! Посмотрим, кто больше тачек сегодня отыщет. Слушай, я знаю, Витек! Ладно, да, у меня на самом деле моего зовут помощника Арнольд. Арнольд, едем. Арнольд, да. Ничего себе. Ребят, сегодня будет жесткий у нас испытание, потому что нужно найти три крутые тачки. Смотрите, у нас будет гонка без правил, гонка по внедорожью, и сегодня еще будет гонка, в которой мы должны будем забраться на вершину самой высокой горы Челиат, ребят. Это было три гонки, потом нужно найти три большие, три быстрые тачки. У тебя есть предположение, где ты будешь их искать, нет? У меня, ну, я вот возле гольф-клуба, когда тут, кстати, есть форды, прикинь. Возле гольф-клуба? Слушай, я Феррари вижу, Феррари, он поехал. Кстати, ребят, можем угонять мы с Пашей только припаркованные машины, и я, кстати, уже вижу Audi R8, пока что единственная спортивная тачка. А я Ford GT увидел. Блин, я не знаю, я бы вообще желательно хотел бы стоит найти спортивные вне... О, здорово, где? А где ты Ford GT увидел? А вот там дальше, возле гольф-клуба, там назад. Нифига себе! Я сейчас проеду к тебе, подожди. Кстати, гольф-клуб тоже можно проверить, там довольно прикольные тачки могут спавниться. О, Панта! Например, доминаторы. Нафига тебе Панта, это же мини-купер. Не знаю. Ну, может, можно взять его на испытание какое-нибудь. На какое ты че? У нас внедорожье, у нас снег лежит, а ты должен быть, наоборот, такие, знаешь, внедорожные тачки огромные искать, быстрые, чтобы они... О! Это тачка Виндизеля из Форсажа, маслкар его. Ну блин, он жестко будет дрифтить по снегу, так что нужно что-то спортивное нам. И внедорожное, как я уже 10 раз сказал. Короче. Я знаю, куда поеду. Куда? Я на киностудию поеду, точно. На киностудию? Там же крутые тачки. Да, нет, нет. Надеюсь, тебе там будет мобиль не выпадет. Короче, ребят, давайте будет быстренько съездим на сейчас. Во, я, кстати, вижу нормальные машины. Это Rolls-Royce. Что это? Спортивная тачка. Что там? Там как раз Феррари, походу, есть на киностудии. Ой, на киностудии, на гольф-каре. Так, люди, с дороги! Я сейчас угоню первую свою машину, походу. Слушай, давай, а что так много тачек сегодня в городе? Уже Новый год вроде прошел, непонятно. Ладно, смотрите, первая тачка есть вон там, это Астон Мартин. Вторая это... А где? Феррари тут была, в смысле? Я не понял. Феррари тут стоял, я отвечаю, припаркованный, я сюда и заехал, ладно. Я видел, вот тут много тачек. Я тебе отвечаю, она исчезла. Я ребят, вот вы верю. Сами все видели. Вокс! О, ни хрена себе! Подожди, или. Я броневики нашел и нашел еще спортивную баги как раз. О, ребят, а что брать? Слушай, броневик. А броневик для какого испытания можно? Для гонки не подойдет, для внедорожья не подойдет. Царь горы тоже не подойдет. Блин! Так хочется взять! Ладно, ребят, погнали тогда на вот этой баги и довезем ее первым делом. И ё-моё, она какая-то нецепляемая. Слушай! А я тебе знаю, что посоветую? Гольф-кар угнать. Тут есть очень много гольф-каров. Тебе они вообще приглядятся офигенно, я тебе отвечаю. Вот да, возьми какой-нибудь. Чё, не хочешь? Ну-ка, эвакуаторщик. Арнольд, ну-ка вылази, давай, помогай, прицепляй мне тачку, она цепляется. Сейчас, подожди, у меня Арнольд прицепит ее. Арнольд, давай, швартовый заправляй за борт. О, все, прицепилось. Так, погнали быстрее. Ребят, у нас прошло тем временем уже почти 3 минуты, и нужно реально торопиться, потому что осталось, сколько там, 5 минут, 5 минут осталось. 5 минут, да, быстрее. Мне, в принципе, 5 минут хватит, чтобы две машины довести. И а где машина? Ой, отцепилась! Снова, ребят, прицепляем ее тогда. Аккуратно, давай. Лево-право. Опа, все, поехали. Чисто крюк, капитан крюк я сегодня. Короче, нужно найти желательно... Блин, а знаешь что? Я подумал. У нас сегодня...
Ты чё? Это ты чё? Ты чё нашёл? Это чё я? А, я ничего ты не нашёл. Ты на киностудии угнал эту инопланетную тачку? Нет. Ты нафига её взял? О, видел. Ну она, кстати, как баги считается. Блин, я даже не знаю. А чё у меня машина шатается? Смотри, на мою... у меня тачка с ума сходит, сзади. Ребят, это что за... О, какая Феррари стоит. Блин, надо вернуться за ней. Она офигенно для гонки подойдет без правил, знаешь? Баги, сказал? Баги, блин, каре, стой, не шатайся. Да ё-моё, хватит шататься. Она мне сейчас все столбы разбегает. Ребят, смотрите. Ну-ка, Арнольд, успокой мою баги. Так, ой, я ее могу раскачать. Мне Витёк сказал, что эта тачка очень крутая. Какой Витёк? Твой помощник? Ладно, я поеду, знаешь, куда? А где Майкл живет? Майкл где живет? Вот тут вроде как. Во, я поеду к Майклу, может, у него там суперкары есть. Так, там ничего нет. Прошло у нас тем временем половина времени. Так. Майкл, братуха, открывай двери. Я еду. Можно дверь открыть? А что он? А, вот, открыл. Ну, блин, там пусто. Ладно, быстренько проверим. Так, давай открывайся. Ё-моё, 10 минут гараж открывается. Ребят, сейчас все время выйдет, я ни одну тачку не успею найти. О, гараж открывается. А что пусто? Я не понял. Нормально вообще, Майкл? Ты что, не тачки нет у тебя? Короче, я сейчас угоню еще один джип какой-нибудь. Я бы вообще гелик 6x6 хотел бы. Вот прям стопудово, да. Это, мне кажется, крутая тачка. И надо еще... Кибертрак. Да, кибертрак, да крутая тачка, ты чё? А, угнать хочешь? Я думал, ты его нашел, я уже охренел. Не, ну слушай, кибертрак я бы его 100% взял сразу, прям моментально, если бы я его увидел. Но кибертраки, насколько я знаю, они просто так не спавнятся. Их нереально найти. Хотя я знаю, полицейский спавнится. Можно полицейский угнать попробовать. Это чё? Ну это далеко. А, я думал, это снегоход тут уже стоит. Я думал, снегоход угоню. Так, нет, в принципе, там газонокосилка есть. И крутые внедорожники. Так, Витёк, у меня джекпот! У меня джекпот, я реально отвечаю. Я вторую баги нашел. Ну и внедорожник. Ребят, две баги в одной серии. Такого еще никогда не было. Я вторую баги нашел, реально внедорожную. Ну она так тут для гонок стояла, я не знаю для чего. Не, она другая, не такая же. А, не такая же. А, нет, стой, такая же, да. А, нет, или не такая. Нет, там вроде зеленые полоски у нее были, а у этой нет зеленых полосок. Ребят, вот это просто топово. Я могу одну баги на Царь Горы забрать, а другую на внедорожье. Все, я осталось только для гонки тачку найти. Так что давайте быстренько ее сейчас эвакуируем. Так, нифига не вижу из этих веток. А ты что-нибудь привез вторую машину, так, Паш? Ну мне Витёк сказал заехать, короче, гольф-клуб. Гольф-клуб? А я был возле гольф-клуба, там что-то заспавнилось. Там броневики есть, если хочешь, угони себе. Да, они тяжелые, медленные. Тесла есть. Где? Model X. Возле гольф-клуба? Да. Я не видел. Нет. Блин, она... Спасибо. Я ее не видел, я отвечаю, я ее не видел. Так, ребят, нет, надо дотолкать уже. Ну я понял. Блин, она лучше бы на при мне заспавнилась. Ребят, аккуратно толкаем. Две баги, смотрите. А, у Паши тоже, считай, баги. О, три баги. У нас вообще коллекция баги сегодня. Давай еще тогда для гонки тоже по баги найдем. Так, аккуратно. Давай. Надо дотолкать. Давай, Арнольд, помогай мне толкать ее. Тут еще, вон, смотрите, стоит Сэм, Уилсон, потом Хренилсон. Вон они там охраняют елку. Ребят, ищем последнюю тачку. Мне осталось найти только для гонки. Стопэ, я что-то, кажется, вижу. Это вроде бы, это спортивная ламба стоит. О, какая-то ламба. Нет, это не ламба, это, блин, забыл название. Это гелик. Как его, додж, короче, не помню, как называется. Ну, такой кабриолет, знаешь, катается, додж вайпер. Додж вайпер в GTA, это что? Я не знаю, что это такое. Не знаешь? Да ты знаешь. Не-не. Этот Банши, во, вспомнил, ё-моё, забыл слово. Короче, Банши, ведь, ну, Банши это довольно рисковый. О, Ford GT есть. Слушай, вот Ford GT офигенно. Да. Я, наверное, себе заберу, ребят, Ford GT, потому что она офигенно подойдет. И тем временем остается аж меньше одной минуты. Все, я забираю последнюю тачку свою. Так, аккуратно. А чё? Витёк, куда ехать? Чё-то она не цепляется. Чё там Витёк себя подводит, да? Давай, цепляйся. Куда ехать, во, ребят, вот это просто пушка-гонка. А это что? Что там такое? О, стой, я передумал, нафиг надо. Подожди, ребят, вот что это просто идеально. Вот все, сходится, 100%. Я нашел, Волтик, Паша, Волтик, плюс гонка, плюс тюнинг, равно Рокет Волтик. Считай, реактивную тачку нашел. Да, я нашел Волтик для гонки, на него идеально будет поставить турбоускоритель, ребят. Чисто сзади такой реактивный. Все, я Волтик угоняю. Быстрее подцепляемся. Поехали. Я сейчас довезу Волтик, ты просто охренеешь, какой у меня после тюнинга он получится. Знаешь, конфетка. Арнольд, помогай мне прицеплять его. Давай. Не сиди на месте. Я уже подвожу тачку. Кстати, время у нас выходит, остается у нас 10 секунд. Машину. С кем?
С Витьком. А, с Витьком, я думал, со снежком да, да, каким-то да. уже. Так, это получается... А где? Это что? Вон там желтая машина. Ну, это развалюха, если честно, я тебе скажу честно. Витёк сказал, здорово. Что она Витёк, ты чё? Вылази, Витёк, давай. Витёк, вылезай, чё ты там сидишь. Короче, смотрите, ребят, у меня сегодня есть Волтик, который я прокачаю в Рокет Волтик. Я из него турбину поставлю огромную. Потом у меня есть, получается, раз баги и два баги. Просто джекпот, отвечаю. А у тебя чё? О, Тесла. У меня Тесла есть, Model X. Ну, Тесла, она довольно быстрая, я не знаю. Ну, для гонки, да, сойдет. Потом, получается, спасательный внедорожник. И у тебя еще есть космическая баги. Только ты знал, что это мусорные ведра вот это вот? Это фейковое, это специально для съемок сделано под фейковую инопланетную тачку. Это фальшивка. Ладно, ребят, давайте мы тогда с Пашей прокачаем тачки наши. А вы в комментариях напишите, у кого коллекта сегодня, на сегодняшнюю серию, получилось круче. У Флейзена, либо у Джела. Пишите, голосуй за Джела, либо голосуй за Флейзена. Лично мне кажется, у меня коллекция покруче, потому что у меня вообще две баги. Такого еще я не находил пока что. Ну ладно, погнали в тюнинг и отправимся на первое испытание. Ну что ж, ребят, мы уже прокачали свои тачки. У меня турбоускоритель мощнейший. Смотрите, работает просто офигенно. Покажу. Вот так, врубаем. Раз, два, три. И так, опа! Все. Вот, короче, мега-пушка-гонка. А у тебя... Тачка летать умеешь, что ли? Что ты дверь открыл? Да, да, я короче, ребят, Паша хвастается. Давайте проверим, кто будет быстрее сегодня в первом испытании. Это будет гонка без правил. Паш, ты готов? Конечно, раз, готов. Два, три, погнали! Оп! Я могу на турбоускорителе просто от тебя далеко-далеко уехать. Вау! Стой! Ты чё? Ты чё меня толкаешь? Тесла. Ну слушай, у тебя в принципе Тесла это электромобиль, насколько мне известно. И она очень быстрая, да? Она электрическая. Да, да, да. На батарейках. А на пульте управления нет такой Теслы, интересно. Ты чё с дверьми открытыми едешь? Ребят, предлагаю оторвать Паше двери. Итак, минус двери! На нафиг! О, не получается! А как ты так разогнался? Ты быстрее меня! Офигеть! Ну-ка, ускоритель! Оп, все! Я тебя объехал! Где? Где? А, реально дверь отвалилась! Кстати, одна ребят, помню, спрашивал когда-то, кто создатель Теслы? Давайте так, повторим этот вопрос. Кто знает, кто создатель Теслы, ребят, получает сердечко от меня в комментариях. Ну, просто пишите комментарий, название, имя. Кто создал Теслу? Может быть, кто-то знает, кто-то не знает. Ой. И, ребят, тогда я вам поставлю сердечко в комментах. Блин, надо тебе дверь оторвать. Мне какашка. Не нравится твоя дверь. Ой. Все, умотался. Нет. Все, ребят, это без шансов. Автопилот. Какой автопилот? Ты чё? Какой автопилот? Автопилот. Вырубайте в автопилота, если вся тачка летать не умеет. Она не из будущего. Слушайте, мне повезло то, что я нашел самую крутую тачку. Реактивная машина идеально справляется с гонками. Ну-ка, ускоритель, блин! Давай! Хотя у тебя тачка без ускорителя быстрее так. Ускоритель, пока! Вот! Я буду использовать ускоритель. А ты меня обгоняешь без ускорителя, смотри, реально. Так, Тесла слишком быстрая. Ребят, врубаем ускоритель. Вау! Ты чё делаешь? Сумасшедший, блин, водитель! Или это автопилот, все? Давай, аккуратно. Куда ты вылетел? Пока, Паш. Все, финишная прямая, ребят, финишная прямая. Я заработаю свой первый балл. Надеюсь, у меня это получится. Все, давай. Пожалуйста. У меня машина елка, я ее так назову. Это машина елка. Да. Финишная прямая, все. Врубаем ускоритель, чтобы Паша меня не догнал. Ускоритель на максимум, ускоритель. Нет, я вижу финиш. Давай, финиш. Финиш. Ребят, первое место. Ой. Не понял. А кто первый? Я не понял. Я не знаю, ребят. Давай так, вы напишите в комментариях, вот, считать Паши балл, либо не считать, потому что я врезался в столб финиша. Давай пока сделаем так. 1-1, согласен? А потом, чуваки, напишут в комментариях, и я уже после выхода видео, получается, мы с тобой договоримся и дадим кому-то 1 балл. Ну, ребят, переходим к следующему тогда испытанию. Ну, а вот такой, ребят, тюнинг получился наших внедорожников. У меня баги, у Паши спасательная тачка, мы их перекрасили в желтый цвет, потому что мы устроились работать куда? В такси! Ладно, я шучу. Чё? На самом деле у нас спортивный желтый цвет. Паш, давай проверим, кто будет быстрее по внедорожью. Ты готов? Давай, готов. Раз, два, три, погнали! Пока что счет у нас 1-1, и мы не знаем, кто победитель. Оп, ребят, я у меня минус этой тачки, она жестко дрифтит. Вау, ты видел, как я поворот прошел? Просто лайк, я отвечаю, вот это пушка-гонка. Ой-ой-ой-ой. Только она очень сильно скользит и дрифтит. Это как будто не баги, а дрифт-кар какой-то. Нет, какая да я боком лечу. Нормально, я впендюрился вообще. А вот и что там? Что это мне с тачкой? Ребят, вы смотри. Да пошел ты нафиг. Это что такое? Что за утка? Смотри, утка-мобиль реальный какой-то. Ребят, вот это нормально. Ты там раздолбал машину. Аккуратно. Главное мягко проходить повороты. Ё-моё, у меня реально скользит по снегу жестко. Может, ты колеса летние? Хотя нет, я колеса специально зимние поставил, ребят, внедорожные. Ё-моё, улетаю в сугроб. А я на осенний.
Ты Васильевич, что у тебя с машиной там? Это что такое? Ну-ка, давай догоняй, мне интересно посмотреть. Это реально какой-то трансформер, ты трансформируешься в утку. Ой-ой-ой-ой-ой! Ой, у меня проблемы! У меня проблемы! Паша! Здорово, мистер Утка! Поменялись местами! Удачи! Охренеть, она у тебя помятая! Ты тут не летай лучше, а то вообще раздолбаешь всю машину! Оп, дрифт! Аккуратно! У меня дверей нету! У тебя, мне кажется, скоро колеса отвалятся! Оп! У меня, кстати, тачка вообще не ломается почти! Ну я на колесах, я не переворачиваюсь, а ты как колобок ведешь себя! Оп-оп-оп-оп! Ребят, пока что счет 1-1, и я, походу, получу еще один балл, если не улечу! Нет, нет, нет! Аккуратно! Налево! Что за попрыгунчик, блин? Ребят, а ты где? Она что-то затормозила. У тебя тачка заглохла. Оп, в дрифте давай. Проходим поворот. И я на финише. Все, я получаю еще один балл, получается. Счет уже 2-1. Ну и погнали к последнему нашему испытанию. Ну а теперь, ребят, мы пересели на наши последние баги. И у нас испытание «Царь горы». Кто первый забирается на вершину горы, получает 1 балл. Пока что я лидирую. Паш, ты готов? Конечно, раз, готов. Два, три, погнали, давай. У тебя космическая развалюха, у меня спортивная баги. Баги-монстр. У меня паук. Во! Я придумал название. Павук. Павук. Все, ребят, человек-павук я. Давай, давай, давай. У меня просто пушка, гонка. У меня зелененький скорпион. Ребят, где там Паша? О, космическая баги ни хрена не заедет. Я потому что простая баги, на которую надет просто мусорный пакет. Вау, нифига себе, у меня стихотворение. Ой, ты куда? Я тебе не бесплатное такси. Ребят, слушайте, эта баги намного круче ездит. По внедорожью она вообще не дрифтит, надо было на ней лучше мне проходить. Ой, гонку по внедорожью. Потому что та баги, это вообще развалю какая-то. Лучше бы я даже не брал сегодня. Ой-ой-ой-ой. Нет, у меня это пушка-гонка. Смотри, я еду первый, и тебе сегодня меня не победить. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Смотри, мега-прыжок, мега-прыжок. И я буду первым сегодня на вершине айсберга. Это самая большая гора. А в реальной жизни, как она называется, самая большая гора? Эверест. Я знаю, Эверест, Эверест. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Пацаны, помогите. Ты куда упал? Я тут лечу вниз, Паш. Блин! А, ну давай, нет, 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 нет! Как остановиться? Это жесть! Ребят, тормоз. Тачка не тормозит. Торможу, 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 колеса выворачиваю. Нет! Мука. Я в самый низ качусь! Это невозможно! Ребят, ё-моё! Это реально издевательство. А ты там остался в жизни? А в жизни. Ты не упал? Быстрее, я, быстрее. Я не упал. Ё-моё. Так, назад, назад, назад. Я в самом низу. Чтобы ты понимал, я в самом низу. Реально. Она не может наверх заехать. Это жесть, ребят. Давай, так, давай, давай. А ты там уже где, на середине, сверху? Я уже сверху как раз. И сверху? Не на середине. Нет, 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 ребят, забираемся. Забираемся. Давайте, давайте, давайте. Я не могу, она не едет. Давай, баги, давай, я в тебя верю. Короче, я понял, я походу заехать не смогу. Еле-еле, ребят, я просто забираюсь на эту вершину. Но Паша сказал, что он уже на финише меня ждет. Да-да-да. Это капец, она просто, понимаешь, она вот ехал ровно. Один раз улетишь на этой горе, и все, больше ты не заберешься. Блин, надо просто было аккуратно ехать. А я уже подумал, что я победю. Сейчас что там стоишь, здорово, покемон. Я вообще-то че, играю. Че, на гитаре играет, Да-да-да. Я тебе сейчас гитару твою сломаю, иди сюда. Короче, ребят, Паша, получается, зарабатывает себе один балл. И получается, что счет сегодня становится у нас 2-2. Но, ребят, я напомню, все-таки напишите в комментариях, кто победил сегодня в гонке без правил, потому что я врезался в финишный столб, а Паша проехал его насквозь. И непонятно, кто победил. Пока что у нас ничья, именно вы решаете, кто займет первое место. Ну а на сегодня итог у нас такой. Ну а по окончанию видео хочу сказать спасибо тем ребятам, которые пишут комментарии под моими видео. А если ты хочешь сюда попасть, то просто оставь свой коммент. Ну что ж, ребят, а на этом видео подходит к концу. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, а также в комментариях, напомню, напишите, кто создатель Теслы, чтобы получить сердечко. Ну а с вами сегодня был Джел Флезин. Ссылка на Пашу будет, как всегда, в описании. Не забывайте переходить и подписываться на него тоже. Всем удачи, ребят, всем покедова! Всем пока, народ!